שלום, שלום, תקשטו מיד קרביים, פדיסת פטרה צ'סט, פדיסת ריט, אבל נויה חצי לשתות הדבבית, את פרושלו. Da, nu paran și ha da bavit at proșlovă uroc. Proșle uroc mi sprasili. V sol četvorte mi sprasili. Jesli u ivriskova narod jest točne. Šot iz pir iz načala mira. Iz načala mira. Как мы считаем, сколько лет нашего мира. И я хотела кое-что говорить по поводу во времени. Поскольку мы находимся... Так что можно убрать текст пока. Я просто хочу чуть-чуть говорить про еврейский календарь, поскольку это точка начала еврейского народа. И как раз это наша неделя, ходыш азэ лахэм рош ходышим. И как раз когда царь Кузар приходит к рабби Иуда Леви и спрашивает о иудаизме, у него начинается с выхода из Египта. Авраам, Ицхак и Яков и выход из Египта. И говорит, что когда Моше пришел к Паро, он ему рассказал тот близко история, которая была известна. Посылал меня Бог Авраам, Ицхак и Яков и говорил, опусти мой народ. Когда Моше Рабейну приходит к еврейский народ, и когда Всевышний говорит в даровании Тора, он начинает, я Бог, который вывел вас из Египта. То есть точка встречи, как я появился к вам и так далее. И мы находимся сейчас в первой части в первой части книги Кузар, то есть самый основной. И вопрос, который он спрашивает его, о начале истории. Интересно, если у вас есть счет, точно счет из начала мира, из начала истории. И начинает говорить о времени. Во-первых, интересно, что он его спрашивает, если у вас есть точный счет из начала истории, это в 45 и 46, он отвечает 47, 4500 лет из начала первый человек, и там он его еще говорит, там в скобках, ну это же еврейского народа, он... Сейчас, одну минутку я выключу. רבי יהודה לוי יבוא התבצ'ה, דה, אונס יסטות שנשות, הזנצ'ה למירה, אינית אונס ניקקו יספור, ופסי אבשין העברי מירה, אונס עדנית, עדין תוז' הקלינדר, עדין תוז' השות, הזנצ'ה למירה, דו סיבוד נשנדניה, מי שפריקרסנס נעים, что еврейский народ живут везде, только что у нас было Пурим, Меоду ועד Куш, Шева ועשרים ומאה מדינה были, во всем мир жили евреи, и сегодня мы видим, как евреи живут везде, и долго лет жили в разный край мира, все равно у нас еврейский календарь один. Мы все согласились изначально до сегодняшнего дня на одно и то же счет из первого человека до нашего времени. И там же отвечает царь Кузар ему о избранности еврейского народа. Какой связь? Он его как будто в любой вопрос еще раз говорит о избранности еврейского народа. То есть Адам, Шет, Энош, Ноаха, а потом Шем, Эвер, Авраам, Ицхак и Яков.
Искажды один сын получил вот этого еврейского качества, способность быть пророк, тот божественный ДНК. И потом Яков, из него вся семья и так далее, и так далее. И обратно царь Кузар принимает только вопрос о времени. Надо понимать, и здесь мы приходим к нашей недельной главе, это неделя, а ходеш азе лахем рош ходешим, первый заповедь, который Всевышний дает еврейскому народу, он вы должны иметь еврейский календарь, время. Мы живем в еврейском времени. Другое время, чем остальные люди в мире. У нас есть наше определенное время. И время это очень важно. Мы считаем из начала творения мира до нашего времени сегодня мы находимся в еврейском времени. И это и есть основа еврейского народа. Как мы видим, это первый заповедь. Всевышний обращается в Египте к еврейскому народу, который они пока рабами, они еще Тора не получили, они должны сейчас выйти и стать народ, и потом получить Тора. Но он дает им в Египте несколько заповедей. Заповедь, которую надо делать сегодня, завтра, послезавтра. Понятно. И несколько заповедей, которые говорит о вечном. И тот заповедь первый, он касается вечности еврейского народа. У вас должно быть свое время. Свое еврейский календарь. Это делает от вас народ, который живет во свое время. Кстати, я хочу в скобках сказать, когда был царь в еврейский народ, который хотел отделять еврейский народ на два народа и быть другой, создать другой народ, который не связывается с Иерусалим, первое его действие – это делать другой календарь. Это был Иеровоам, которое отделяется царство еврейского народа на два царства. Первое его действие, он добавил еще один месяц, делал высокосный год, для того, что у него все подвинулся, что он жил бы в свое время. Кстати, хочу сказать, в Израиле поменяли часы на летние часы. Знаете, арабы в автономии не поменяли. У них свое время, другой. Откуда я знаю? Потому что я живу на краю Иерусалима, а телефон должен автоматически двигаться. Меня он не двигал. Я смотрю, я как будто живу в Бетлехем, а не в Иерусалиме. В их время живу. Ну, это очень важный момент. Это один из, во-первых, власт. Любой царь имеет, любое государство имеет свое время, свое финансовое, свое деньги. Ну, для еврейского народа, как народ, свое время, еврейского календаря, еврейского времени, это очень важно. То же самое, как свой язык. И сейчас будем говорить еще про язык. Еврейский язык. То что делает народ? Народ, то он имеет свой календарь, свой Тора, свой язык и свой страна, территория. Еврейский народ, который жил в диаспоре, как мертвый народ во всей истории, во все время, 2000 лет,
On patiral, nog of sevo. On patiral svo yazik, ivrit. Nu sahranil svo yazik, adil na izmisni nasilenia. Prosta vrazni mesta. Ashkenazi bil Yiddish, Ukhaski bil Farsi, ta Marokanski bil svayo Marokanski, Ispansi bil Ladino, sahranil sravno adil. Nu svo ivrit patiral. Что это значит потирал? Не потирал. Она была мертвая в книге. Тора, Раши писал на иврит свое комментарий. То есть, как мертвый язык был, литературный, это мертвый. То есть, не говорили в жизни. Но это основа, сейчас Раби Иуда Леви говорит про основа иудаизма. И один из это свое время, первое, что он говорил, это свое история. Раби Иуда Леви, когда говорит о религии, о народ, о Бог, он начинает о еврейской истории. Посмотрите на народ и увидите Бог. История. И мы увидим наш урок тоже, что нам интересно, когда мы смотрим на календарь. Точка начала календарь – это когда? Рождение первого человека. Не творение мира. А рождение человеческой истории. То, что было до первого человека, нам не важно. Не важно вообще, было там столько миров, было там какое-то во что-то динозавры. Какая разница? А может быть, были? Но наш творение мира – это творение человеческое. Наша история, влияние. И там начинается наше время. Из первого человека. И там начинали передать по наследству еврейского качества, способность быть пророк. Это иньяна элоки, божественное качество. И поэтому, когда он начинается спросить, сколько лет нашего мира, там же он говорит про Адам и про этого качества, которое он передает. Избранность еврейского народа, создание еврейского народа. Потому что это нам интересно, когда точка начала нашего истории. И там Авраам, и так далее. И то, что это все из одного источника, доказательство того, что этого истина. Потому что как все собирались и решили, что так же нету никакой разное мнение, как могли договориться. И то же самое сейчас мы будем читать про язык. Про язык, иврит. Лашон ха-кодеш, святой язык, иврит. Давайте читаем. Сейчас. Давайте пишем. Читаем 51. Сказал Раби. Нет, 52-й, сказал Кузар. Мне читать? Давайте. Сказал Кузари. Это убедительные доводы, сильные, обоснованные. Сказал Раби. Считаешь ли ты, что языки вечны и не имели начала? Сказал Кузари.
Языки, несомненно, имели начало и возникли по общему соглашению людей. Об этом говорит их построение из существительных глаголов и частиц. Они произошли от звуков, производимых органами речи. Давайте чуть-чуть остановим здесь и говорить про святой язык, про иврит. Обычно язык, как создается язык, когда, можно сказать, человек не учит, как человек учит язык. Человек учит язык только когда это его иностранный язык. Потому что родной язык он не учит. Он учит разговаривать. А язык находится везде вокруг. Он слышит, слышит, слышит и учит разговаривать. И создание языка это не что все люди, группа людей или какой-то ученый или какой-то великий человек придумал язык и начинает учить все вокруг. Так это нету такого. А группа людей, которая разговаривает на какой-то язык, и она имеет свою культуру, и потихоньку у них свое сленг, свое какие-то формировки, свое, и начинает отделиться разговоры о других. И потихоньку так разделяется языком. И много в язык говорит о культуре этого народа, который разговаривает в этот язык. То есть, если есть народ, который много говорит о какой-то теме, там у него будет развитие богатого языка. А люди, которые, если есть народ, который не говорит о чувствах, у них и слова будет меньше про этого тема. Если, то есть это зависит от народа. Язык очень много говорит о народ, который разговаривает. А как начинала первый язык? То есть язык может выходить от какой-то. Вообще, если читать нашего Тора, это чуть-чуть первый человек, שזנאל разговаривает. Говорит המודרצי, что он говорил на святой язык. На язык, который Тора написано. Это язык, который он говорил. И это язык, который учил его сын. А как разделяется разные народы, так начали разделяться языков. Но очень сильно отличается иврит, святой язык, от другой язык. Потому что зачем нам надо язык? Для того, что мы поняли друг друга. То есть, если у меня есть вот здесь бутылка, я должна это сказать бутылка, и что все вокруг понимали, что я имею в виду. Если мы все согласились, чтобы эта бутылка назвали по-другому, тогда не имеет никакого значения. То есть значение это то, что мы все договорились говорить на эту бутылку. А иврит отличается. И иврит, когда написано про первый человек, что Всевышний давал ему все животные, и он знал, как называть каждый из них. Была такая церемония, что первый человек называет как же каждое животное в его названии. А название – это суд этого вещь. То есть это называется бакбу, потому что это буква. И когда это называется бакбук, это говорит о смысле этого вещь, которая называется бакбук. Это не только то, что мы все поняли, про что я говорю, а это говорит о суд этого бутылка.
То есть язык иврит говорит тоже про этого вещь. И поэтому, когда мы говорим, что Всевышний творил мир в 10 речений, это не просто так через разговор, через буквы, 22 буквы, которые есть в святой язык. Всевышний сказал и стало, то есть через его слова, стал вещь, которая в нашем мире. И это, то есть это язык, который имеет точка начала. Всевышний в это язык творил мир. Раньше никто не разговаривал, но Всевышний в этого буква творил человек, который говорил на это язык. Это очень интересно, если человек, который не будет слышать ни один язык, на какой язык он будет говорить, он же должен придумать звук, начинать называть. А человек же не может придумать язык. Можно даже сказать, что язык в разговор отличается человек от животных и от все творения, потому что человек, он единственный, который может разговаривать и может не говорить, молчит, не только называть названия предметы, а через речь писать литературу, чувства, много всего. И это святой язык, это творение свыше. Как он творил мир, как он творил человек, как он творил еврейского народа, так он творил разговор. Это не какое-то согласно, которое люди согласились между собой, а это творение свыше. Да, давайте читаем чуть дальше. Комиссия Варба. Да. Сказал Кузари, языки, несомненно, имели начало и возникли по общему соглашению людей. Об этом говорит их построение из существительных глаголов и частиц. Они произошли от звуков, производимых органами речи. Сказал Раби, видел ли ты язык изобретенный? Или слышал о таком языке? Сказал Кузари. Нет, не видел и не слышал. Язык, конечно, возник в каком-то поколении, а до этого не было ни общего согласия, ни национальных языков. Наверх можно поднять немножко. Сказал Раби. Слышал ли ты когда-нибудь о народе, не признавшем всеми принятой недели, начинающейся воскресеньем и кончающейся субботой? Может ли быть, что китайцы пришли к соглашению о неделе с жителями западных островов, не приняв неделю из того же источника и не прибегая к общему обсуждению, чтобы установить ее? Что он хочет спросить здесь, Раби? Если мы уже говорили про язык, что язык, он растет через поколение к поколению, это культура, которой народ выращивает, можно сказать, отличается в это иврит, который Всевышний творил, в это язык он творил мир, и первый человек вдруг стал. А теперь он спрашивает про неделю. У нас 7 дней недели. Мы так привыкли и так привыкли думать. Но если хорошо подумать, зачем 7? Это же очень неудобная цифра. 7 это цифра, которую нельзя разделить ни на 3, ни на 2, ни на чего. Только на 7 и 1. То есть это... Цифра очень неудобна для человека думать. Когда мы хотим умножать дни, например, 6 недель, сколько дней?
Это же семь, он самый тяжелый. В таблице умножения самое тяжелое это цифра семь. Она очень неудобна и неприятна. Но все-таки все народы мира согласны, что неделя это семь дней. То есть как может быть, что собрались в какое-то время все народы мира и согласились о семь дней недели? Как могли? Это же не может быть такого. А все равно весь мир согласен, что есть у нас семь дней недели. Правда, у нас начинается воскресенье, это первый день недели. И заканчиваем в субботу, седьмой день. А в России у нас понедельник, это первый день недели. Это очень, я перепутала постоянно в названии дня, когда приехала в Москву, потому что первый, второй, третий у нас по-другому. Но все-таки семь. И все согласны, что представим себя, что в иудаизме было семь дней в неделю, а в другие народы было восемь. Восемь разы лучше, чем семь. Потому что он, можно его разделить на два, на четыре, можно так делить рабочие дни, а семь, он такой не... А почему семь? Знаете, почему семь? Почему семь дней в неделю? Почему? Ну, семь дней творения мира. Да, семь дней творения мира. Но почему семь дней творения мира? Что это за семь? У нас шесть сторон мира. Правильно? В кубик у нас шесть сторон. Четыре стороны, вверх и вниз. А семь это святой дополнительно, святость, которая находится в нашем мире. Это у нас семь, поэтому семь, шесть дней рабочих. А седьмой, он духовный, дает душа, это шесть сторон природы. Шесть дней Всевышний творил мир, а седьмой он творил духовность, душа этого мира. Поэтому семь. Как договорились весь мир о семь дней недели? Просто первый человек, у него было семь дней недели, а все остальные родились к этому. То есть получается, это доказательство, что есть один источник для всех творения. Все, есть какая-то точка, откуда все началось, там согласились все. Это первый язык, который был. Это семь дней недели. Это начало математика, может быть, вот это, что он говорит дальше. Давай читаем. 59. А, давайте 58 мы еще не читали. Сказал Кузарим. Это возможно лишь в случае общего согласия, а с этим трудно согласиться. Или же нужно предположить их общее происхождение от Адама, Ноя или какого-нибудь другого предка, от которого они получили недельное исчисление дней. Дальше. Сказал Раби. Это я и хотел услышать. Восток и Запад приняли десятичную систему счисления. Какой инстинкт привел их к выбору числа 10? Если это не традиция, дошедшая до них от кого-то, первоначально указавшего это число. То есть число 10, она тоже очень не... неудобно. То есть лучше было бы выбрать 12. 12 можно разделить и на 4, и на 3. Кстати, у нас осталось 12 и 60 в нашем часы. 12 часов дня, 60 минут
60 секунд. 60 и 12 они больше удобного цифра. 10 нет. Мы просто привыкли думать математика, которая на 10. Но он говорит, как может быть, что все согласились на одно и то же математика, на одно и то же число 10. Это тоже створение мира, точка начала. 10 речи Всевышний творил мир. Что-то в 10. 10 заповедей, ну, начиналось от 10 речей, 10 поколений, потом еще раз 10 поколений. Мы видим что-то в 10. Ну, что он говорит здесь? Раби Иуда Леви принес 10 не для того, чтобы объяснить, почему 10. И 7 не для того, чтобы объяснить, почему 7. А просто доказать, что все из одного источника, что все начинается из одного точка начала, и что есть в этом, это видно, что наш мир есть какой-то единственность, ахдут в нашего мира, точка начала, которая от него все началось. Это и есть творение. Не было ничего и стало. Наша Тора, кстати, дарование Тора, еврейский народ получил Тора целиком. Она ни в коем случае не культура и традиция, которая росла с умным народ в несколько веков. Как есть, которые говорят, что получили Тора, это значит, еврейский народ учил ее, получил кусочек, а потом еще кусочек, а потом еще, а потом поменяли, еще раз поменяли. Как растет культура обычно у все народы мира. А еврейский народ это не так, это творение. С нуля, сто. Не было Тора, и мы получили ее одновременно целиком, вместе с язык, творение язык, точка начала это вместе с разговор, вместе с цифра, все нашего, это все творение. Творение с Богом, Всевышний творил, все, не было и стало. Это творение нашего истории. Из первого человека, и мы все получили по традиции. С поколения до поколения, поколения до поколения, до нашего времени. В одну цепочку, которая шла на весь мир. Это и есть весь мир. Получили 7 дней недели, получили 10. Что до 10, получили природный мир, а это еврейского народа, который получили еще Тора, получили еще нашего связь со Всевышним. Это у нас получили из одного источника. Давай читаем дальше. Следующий вопрос. Как мы можем говорить, что у нас есть точно одного источника, сколько лет наша история, если у нас есть другие народы, другие традиции, другие религии, другие понимания, которые думают по-другому. Мы же сказали, у нас доказательство то, что у всех 7 дней недели, у всех 10 цифр, математика. Но у них же другой счет из творения мира. Да, давай читаем. Так, сказал Тутарим,
не умаляет ли твоей веры утверждение индусов, будто есть у них древности и здания, которые стоят уже десятки тысяч лет? Лимала. Здесь пример про Индию, что у них есть здания тысячи лет. Сегодня у нас есть же ученые, которые говорят, что нашего мира миллионы, миллиарды. Правильно? Динозавры когда были? Может быть, потому что во время Раби Иуда Леви про динозавры не говорили. Но во время Раби Иуда Леви говорили про философию, которые говорили, что мир вечный. Он здесь не спрашивает про них, как ты... он потом будет говорить про философу. Но философ говорит, что мир вечный. Но здесь он спрашивает про Индию, который говорит, что у них есть здание тысячи лет. И это на самом деле вопрос. Потому что сколько лет нашего мира, сколько лет, что было до первого человека, это нам не так важно. На самом деле, не так важно. Нам очень важно, сколько лет человеческая история. Наша история, когда началась. Что было до первого человека, не знаем. Вообще не знаем. Всевышний творил мир 6 дней творения. Сколько лет были это? До. Какие миров были до? Что там произошло? Динозавры как ходили? Нам это не важно. Тора нас, нам это не пишет. Как это все было, нам не интересно. Что нам важно? Важно нам, когда начинается наша история. Потому что это уже, на это стоит нашего связь со Всевышним. Первый человек, он и первый человек, который Всевышний с ним говорил. И что-то сказал, и передал. И потом у него родился сын. Вот этого генетика пошла. Вот этого качества... способность быть пророк пошла из первого человека. Это влияет на нас, это начинается наш путь нашего мира из первого человека до Машиаха. Это нам важно. И поэтому он спрашивает про Индию, который говорит, что есть, у них есть здание, у них есть люди, которые были до. И поэтому он спрашивает, и он должен отвечать. И если это не мешает тебе верить, когда рассказывает про там у них традиция, про люди, про здания, про это, которое раньше. То есть у Индии, у них история начинается раньше. Читаем. А, Лалимала. Так. Наверх надо. Шестьдесят первый. Наоборот. Еще. Да. Сказал Раби, это действительно могло бы оказать влияние на веру, если бы у них была определенно выраженная религия или признанная всеми книга, в которой невозможно было бы исказить исторические события. Но всего этого у них не найти. И это народ, не нашедший единого пути, раздробленный во множестве домыслов. Своими россказнями они возмущают последователей всех религий так же, как своими идолами, амулетами и магическими штучками. Они верят, что им это помогает, и высмеивают тех, кто гордится обладанием божественной книги. У них же очень немного книг,
и написаны они людьми, неизвестными ничем, на что можно положиться, и прельстить они могут лишь легковерных. Так, сейчас. Легковерных. К их числу принадлежат астрологические сочинения, в которых упоминаются эти десятки тысяч лет, и книга о набатейском земледелии, где говорится о Ян-Бушаре, Сагирите и Руанае, и утверждается, что они жили раньше Адама, который якобы был учеником Ян-Бушара и прочее. То есть, что он говорит про Индию? На самом деле могу сказать честно, что я никогда не учила традиция Индии. Она для меня как закрыта полностью и непонятна. Но это факт, что у них все по-другому. Все по-другому в смысле жизни. В смысле история, в смысле рассказы. То есть если у нас мы учим историю для того, чтобы знать, как жить, что делать, то есть нашего Тора это не книги истории. Мы не учим в Тора история, потому что интересно. Просто чтобы знать. Можно видеть тысячи лет, которые не написаны ни одно слово, а потом про месяц, целые книги, которые говорят про один месяц. Почему? Потому что когда мы говорим про первый человек, а потом про Ноах, потом про Авраам, это все, что написано, это для того, что мы знали, как жить, что делать, куда идти. Как это влияет на наши жизни сегодняшние? Как это будет влиять на наши жизни завтра? А у Индии это не так. Совсем не так. Они, когда есть проблемы, они рассказывают, они учат о проблеме для того, не для того, чтобы исправить и решить проблемы, а для того, чтобы принимать эту проблему и жить с этим. То есть проблема, которая есть, так и жить. У них нет никакой цели в их рассказе, что было одно знание прошлого для того, чтобы знать истину, для того, чтобы исправить, делать что-то. И поэтому, когда он говорит, что у них много разных книг, непонятно, правильные они или нет. Кстати, книги, которые он здесь говорит, «Сефер Авода Набатит», «Земледелие», вот этого книги, которая здесь написана, на самом деле доказали, что он не истинные книги. То есть книги Набатического земледелия, во время Раби Иуда Леви был такой книги, которая там была написана много о древней идолопоклонстве, но потом доказали, что это книги он фальшивый, то есть кто-нибудь придумал, он не древний. Но Раби Иуда Леви принимал его, не принимал как истина, которая говорит о древней идолопоклонстве. Непонятно, но он точно не ценил его, как он здесь пишет, не ценил его для того, чтобы учиться прошлым. И поэтому он говорит, что вот этого книги, которая есть у Индии, у них нет одного согласно, одного традиции, потому что им, даже для Индии, это не так важно. Этого рассказа, который у них там есть, они сами, для них это не так важно, истина там или нет, потому что не цель им сказать, откуда
ניצל איך נבבר אז כזאת את קודה נצ'ינל סא מיר. Это по поводу Индии. Но он начинается именно с люди Индия, потому что в Индии говорили о истории человеческой. И это точка начала нашего Тора, когда родился первый человек, когда начинается Всевышний говорить с человеком. Это точка начала. Но следующий час, 62-й, говорит про философы. Философы, которые говорят, что мир вечный. Что будет Раби Иуда Леви отвечать на мнение философа, философа, который говорит, что мир вечный? Давай читаем. А еще вверх. Да. Угу. Спасибо. Сказал Кузари. Ты хочешь сказать, что мой довод относится к неразвитому племени? То есть народу? Им. Еще ниже? Нет, нет, нормально. Нормально. К народу, не имеющему общего суждения, на этот раз твой ответ удачен. Но какого мнения ты о философах, которые, основываясь на тщательнейших исследованиях, приходят к выводу, что мир вечен и не имел начала, и существуют не десятки и даже не тысячи тысяч, а бесчисленное множество лет без начала и без конца. То есть философия – это же наука. Наука, которую должны были бы доказать. Наука – это все доказательства. Наука – это не вера. Но если мы были бы, мы прыгали бы к 64-й, чуть-чуть. Мы сейчас вернемся к 63-й, но 64-й можно увидеть, Натан? На минутку. Да, на минутку читаем 64-й. Сказал Кузари, значит ли это, что философия Аристотеля не заслуживает доверия? Вопрос. Что это значит не заслуживает доверия? Когда мы говорим про ученых, про философов, здесь не надо доверять или не доверять, верить. Это же не вера. Надо учиться и посмотреть доказательства. То есть в этом вопросе есть что-то нелогично. Надо здесь спросить, кузар должен был спросить, значит, ты имеешь в виду, что философы ошиблись? Что Аристотель ошибся? Почему здесь он спрашивает, не заслуживает доверия? Зачем надо верить ученым? Учи, посмотри, правильно или нет. Понимаете вопрос? Это же традиция Индии. Мы не доверяем, потому что у них нет одна традиция вообще. А много разных. Потому что им это все равно сколько лет. А когда идет речь о философии, о науке, здесь не надо доверять, не доверять. Здесь надо учиться и видеть, это ошибка или нет. Правильно? Ну, какая философия наука? Это размышление. Это математика, это наука. Тут философ, можно показать... который он здесь имеется в виду, это наука. Когда он говорит о том, что мир вечный, это должно быть доказано. Но ты права. Философы не доказали их теории. Даже что там философ, он же Аристотеля, он же много ученых. Когда пришли к выводу, что мир вечный, когда пришли к выводу, сколько лет наш мир, и для философа он же
бесконечные, то есть у них это вера. Это теория. Теория это тоже какая-то вера. Это не доказательство. Теория это не доказательство. Почему? Потому что надо начинать с какие-то аксиомы, которые их нельзя доказать, а потом от них выводы. Давайте придем обратно 63, который мы прыгали. Да. Сказал Раби, в этом не вина философии. Греки, создавшие ее, не могли унаследовать ни знания, ни религию. Они принадлежат к потомкам Яфета, обитавшим на севере, в то время как знание, переданное Адамом и далее развивающееся под влиянием божественного воздействия, унаследовал Шем, наиболее этого достойный из всех потомков Ноя. Преемственность этих знаний никогда не прерывалась. В Греции не было мудрости. Греки переняли ее от персов, завоевав их. Персы переняли ее от халдеев. Тогда и появились знаменитые греческие философы, каких в Греции не было ни прежде, ни позднее. После того, как власть перешла к Риму, в Греции больше не появились великие философы. Что он здесь хочет сказать? Когда он говорит, что у греки не было никакой знания, мы знаем, что основа науки очень много, это именно из греки. Хочет Раби Иуда Леви сказать, что что мы имеем еврейского народа, это то, что мы получили по традиции. Мы получили про наследство. Из Моше Авраама Вину, Моше Рабейну и в цепочках до нашего времени. Откройте трактат Авот и увидите в начало. Моше получил Тору из горы Синай, передал Йошуа, Йошуа старейшин, старейшин, пророки, пророки и так далее до нашего времени. То, что мы получили знания от Всевышнего, это то, что мы имеем и доказать не надо. Потому что это и есть истина. Сам человек, самый умный, который есть, самый большой интеллект, который у него есть, не может знать истину. Он может выбирать в его, он может в его самый большой умный человек в мире, может кое-что создать науку. Но истина, как Тора, он не может придумать. Это то, что Раби Иуда Леви начинал сначала. Помните сон, который был у цар Кузара? Там пришел ангел, во сне его подсказал. Намеренно угодно, а действо не угодно. Почему действо не угодно? Не потому, что ты тупой и не можешь понимать правильно действо. Ты можешь быть самый умный человек и самый хороший человек. Но если у тебя в традиции не передали настоящее правильное действие, настоящая истина, которую Моше нам дал в горе Синай, мы можем верить философу или верить в Тору истина. Это что говорит здесь Раби Иуда Леви. Философы не виноваты. Они получили знания. Знания, которые пришли только через Шем. У Ноах было три дети. Шем, Хам и Ефет. Шем, от него шли Авраам, Ицхак, Яков и еврейского народа. А они пришли через Ефет. И они были далеко от этого передачи.
И он был очень умный, Аристотель. Греки очень развивали понимание этого мира, науки этого мира, но не могли прийти к истине, если у них нет настоящего дарования Тора. Давайте закончим здесь. У нас мы не закончили эту тему, но все-таки время у нас закончился. Есть про что подумать. Спасибо. Аэля, а ты знаешь, мне прислали, когда время не перевели на моих компьютере, прислали, что я живу недалеко от Хеврона, и у меня время не меняется. Да, у меня тоже так же. У меня тоже так же. Ты же живешь в Пискат-Зееве, это же... Я живу в Геват-Зееве. До Хеврона мне вообще до хрена сколько.